ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы защитной рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. В сети магазинов у Золотой горы весенняя перезагрузка. Скидки до 60%, розыгрыш золотой подвески с бриллиантом и других ценных призов. Дарите любимым незабываемое. Смолкли все звуки в ночи. Старый кот на пуфике спит. Он при свете одной лишь свечи, сладко вздыхая, сопит. И лишь луна не дремлет, она одна глаз не сомкнет. И каждую ночь из года в год смотрит, как спит старый кот. Это одно из первых ее стихотворений. Данька Вишневская написала его в 13 лет. Девушка с детства открыла в себе тягу к писательству. Говорит, поначалу вместе с подружкой сочиняли стихи о своих одноклассниках. А потом она бросила это гиблое дело, а я уже не могла остановиться. И то же самое было с обычными романами. Мы хотели написать их вместе, но потом не сошлись в выборе героев и персонажей. И я продолжила уже в одиночку. В одиночку за последние 2 года издала 8 книг, пишет Данька Вишневская, и для взрослых, и для детей. Юных читателей ее произведения учат любви к родителям, дружбе и взаимовыручке. В рассказах нет назиданий, только веселые приключения с загадками и фантастика. А еще автор сама записывает аудиоверсию своих книг, в основном ночью, в полной тишине, и ведет блоги в соцсетях. С каждым годом все больше и больше у меня читателей, чему я очень рада. Сотрудничаю активно с библиотеками. Сегодня у меня книги уже в библиотеках 10 городов. Там же происходят и встречи с читателями. По образованию Данька Вишневская – референт-аналитик информационных ресурсов. Но призвание, говорит, взяло вверх. И сейчас она занимается только писательством. Первую книгу девушка издала к ежегодному конкурсу Владислава Крапивина. Поднимаются очень важные темы в этой книге, как раз именно взаимовыручка, дружба и потеря близких. Вот. И мне очень приятно, когда читателей она трогает до слез, и они говорят, что кто-то, допустим, навестил своих близких после этого, кто-то просто вспомнил, кто-то позвонил. День писателя для Даньки Вишневской – профессиональный праздник. А другая первоуральская писательница Татьяна Уварова пока считает это занятие скорее хобби. Тем не менее, на днях она получила свою первую книгу, написанную в соавторстве. Вообще сборник Шерлока, «Новые приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона в России» – это второй проект, это второй сборник. В чем смысл? Вообще, что такое соавторство? Приглашаются к участию несколько молодых авторов. В частности, это было вот количество человек 25, наверное. И разрабатывают одну тему. В частности, это был детектив с уже давно известными всеми любимыми многими героями Шерлока Холмса и доктора Ватсона. И авторы предлагают свои новеллы вот в этот сборник. Ну, то есть они пишут свои детективы. Проект осуществляет одно из издательств. Сначала каждый автор присылает на суд коллегам и редактору синопсисы, где описана суть произведения и его сюжетная линия. И если идея нравится, над ней работают дальше. Написание детектива, признается Татьяна, стало для нее неким вызовом самой себе. Но в итоге ее идею одобрили, и начался процесс написания. А в нем, как оказалось, множество подводных камней. Поскольку сам механизм, как вот совершилось преступление, он привязан к локации, то есть это к дому, к поместью, там вот амбар, где вот эта вот выставка происходила, вот эта конструкция, где вот, на которую были подвешены эти инсталляции. И я понимаю, что я начинаю закапываться в этом. То есть я-то понимаю, я вижу картинку, но как это, мало того, что как мне это все описать, там вот балки, лестницы, там кулисы, кнопочки, пульты, как не запутаться в этом во всем, как мне сделать так, чтобы читатель увидел моими глазами эту картинку. По задумке, каждая из историй разных авторов должна быть выдержана в едином стиле, иметь ограниченный объем. Мало того, что впервые нужно было придумывать детективную линию, так еще пришлось пройти серьезную редакторскую правку. Даже для бывшей журналистки, а ныне пресс-секретаря городской больницы, процесс оказался нелегким. Текст, когда я его написала, он у меня был 40 тысяч знаков с пробелами. То есть мне его пришлось, мне сказали, вот 20 тысяч и никак, давайте сокращайте. Причем мало того, что сокращайте, делайте так, чтобы без потери смысла, без потери вот всех вот этих нюансов. И когда вот это вот все проделываешь, и ты понимаешь, насколько это бывает адский труд, вот когда тебе редактор присылает, ты открываешь, а там каждая страница краснота, вот краснота.
И ты, когда вчитываешься, ты понимаешь, когда ты писал, ты даже не обращал внимания вот значение слова. Тем не менее, новый опыт получен, результаты есть. Как и желание писать дальше. Еще бы времени в сутках прибавилось, шутит Татьяна. Говорит, с детства любит писать и надеется, что придет время, когда сможет заниматься только этим. Считает, что писательство в целом вещь полезная и советует не держать интересные мысли в голове, а давать им жизнь в произведениях. Если есть возможность писать, пишите. Вот прямо рекомендую, потому что даже если вы не станете профессиональным писателем и вы нигде не опубликуетесь, вообще люди таким образом свои психологические проблемы решают. То есть они выписывают свои проблемы, есть даже такой жанр терапевтические сказки. Можно, если человек хочет в это углубиться, сейчас достаточно ресурсов, причем онлайн-ресурсов, когда это можно сделать, не выходя из дома. Возможно, вы не войдете в число великих писателей, зато обязательно подниметесь в личном развитии. Ведь чтобы писать, нужно изучать много нового, интересного и важного. Надежда Титаренко, Владимир Махмутов, Интера ТВ.